Съемочная группа центрального телевидения недавно вернулась из командировки в американский штат Коннектикут. Работая вместе с журналистами телекомпании NBC, мы составили план наших съемок. В него вошла и тема, по нашему общему мнению, важная и интересная. Что знают советские люди и американцы друг о друге? И так как основные сведения мы получаем из передач телевидения и радио, и журналов, и газет, то и было решено побывать в издательстве центральной газеты штата Хартфорд «Карент». На редакционной коллегии обсуждались различные темы, от положения на страховой бирже после недавно пережитого потрясения до рекламы нового автомобиля. А вот и предложение на первой полосе поместить статью о советско-американских отношениях. О чем она? Как хорошая новость, у нас проходит тема «Советская гласность и перестройка», говорит издатель газеты Майкл Дэвис. Надо иметь в виду, что большинство американцев скептически относятся к намерениям Советского Союза внести изменения в жизнь людей. Статья в нашей газете – ответ тем, кто в этом сомневается. Спустившись этажом ниже в типографию газеты, мы выяснили, что скептицизм некоторых американцев – это еще не самое неприятное. Что вы читали в вашей газете о Советском Союзе? Я не читаю газет, у меня на это нет времени. Эта молодая женщина тоже газет не читает. А что вы слышали о Советском Союзе? Я слышала, что там много ракет, что там плохо относятся к людям. Там нет такой свободы, как у нас. Откуда вы это знаете? Я смотрю передачи по телевидению. Я поняла, что вы не хотели бы жить в Советском Союзе. Да, это так. А вы? Я бы поехала в Советский Союз посмотреть, как там. Да боюсь, меня не отпустят назад в Америку. Известно, что незнание порождает недоверие, страх, создает неверные представления людей друг о друге. Находясь в Соединенных Штатах, мы смотрели фильмы серии похождения Джеймса Бонда, в котором советские люди выглядят, мягко выражаясь, глупыми и бесконечно попадают в нелепые ситуации. А в одном из студенческих кафе мы видели коктейль под названием «Черный русский». Один из школьников сказал нам, что за каждым русским интеллигентом следят как минимум 3 шпиона. Наши американские коллеги говорили, что ко всему этому не следует относиться слишком серьезно. Хотелось бы, но, как мы видели, все это приводит к печальным результатам. И было бы, однако, неверно думать, что только мы задавали вопросы американцев. Где бы ни появлялась наша съемочная группа, на телевидении или в городе, в школах или колледжах, повсюду нас окружали люди. Просили рассказать о нашей стране, о переменах в жизни советских людей. Задавали множество вопросов, самых разных, в том числе и доброжелательных. Это хороший признак.